Еще один автомобиль в Ноябрьске пострадал сегодня от огня. Во дворе дома по улице Советской загорелась иномарка. К моменту прибытия пожарных в машине вовсю пылал салон. С пламенем огнеборцы справились быстро. Однако автомобиль спасти не удалось. На месте происшествия побывал наш телеоператор. И вот что ему удалось запечатлеть. На момент прибытия наблюдалось горение автомобиля Toyota Corolla. Горел автомобиль по всей площади. Была угроза распространения на рядом стоящий автомобиль Honda Accord. Через 3 минуты пожар был ликвидирован. На пожаре были задействованы 2 автоцистерны, 6 человек личного состава.